школьникам Омской области представилась возможность вспомнить главную олимпийскую победу страны. В свет вышло новое издание учебного пособия «Твой олимпийский учебник». На протяжении 25 лет такие учебники распространяются по всем общеобразовательным школам России. В этом году коллекцию омских школьных библиотек пополнят 762 экземпляра. Стараемся сделать так, чтобы молодые люди были приобщены к самой идее олимпийского движения. Но вот в этом году учебник посвящен и 25-летию со дня образования Олимпийского комитета России, так совпало, и по итогам 22-х зимних Олимпийских игр и 11-х паралимпийских зимних игр. На страницах учебника можно увидеть фотографии победителей Сочинской Олимпиады и подробно ознакомиться с историей отечественного олимпийского движения. Огромное количество людей, которые гордятся, наверное, этими результатами и гордятся тем, что наши спортсмены достойно представляют Россию на международных соревнованиях самого высокого уровня. А Олимпийские игры – это, скорее всего, наверное, самые значимые игры.